Блять, вообще в эту игру, кстати, ну, если здесь голосовая связь есть, то надо без этого играть вообще, по идее, без курса. Забавнее, мне кажется, было. Ну, мы сейчас глянем, как что, может и без него. Так а что, в нем просто замутится и в игре будешь говорить? Не, ну да. А у меня на капслок как раз мьют микрофон в курсе. Заебись. Да, наверное, другой канал просто перейдет. Потому что ставить надо, как у меня. Так это неудобно. Это у меня на плюс, на намлоке. Ну, я иду там и разговариваю с чатом, допустим. Так, ебать громко. Да, вроде не громко было. Так, а чё там это? Там чего? По инвайтам, да? Я тебе дал инвайт. Игорь, даю инфу в чате. Видишь? В каком чате? А, да. Hello, hello? Мне кажется, не слышно. Мне тоже кажется, не слышно. Не слышно? Ну, отлично. Выберите персонажа. Блять, какого хера? Идите в очко! Блять, Дэн, давай без хуйни! Давай без хуйни, блять. Реально. Где же, блять? Ну, по очереди будем. Я занял. Выбирай потом. Ну, давай я за копа сначала. Давай. Плашка, тебя в игре слышу. Да не, выбирай, выбирай, там один остался. Суки. Ну, если да поменяемся потом, поменяемся. Поменяемся потом. Настрой микрофон. Только я одну, если что, сыграю и... Погодите, погодите, погодите. Не стартуй пока. Я покинуть лобби нажал. Да. Ща. Настройка гляну. Бля, так тут нельзя, блядь, эту хуйню отключить. Хм. Да, ну я говорю... Бери кнопку, просто говори так. Кнопку. Не, я говорю это... Мы, может, реально замутим всего в этом? Да не, в курсе, так, может, так, если, там... Ну сейчас посмотрим, что как будет там. Ну типа, может, реально будет... Виталик будет гавкать там, бегать, хуй знает. Ну, погнали, посмотрим. Год стартанем разминочную. Так флешка будет постоянно базарить. Не, я тогда с вами не буду вообще базарить. Без обид. Ну да, в принципе, у тебя рот дизайн. Хоть встань чуть-чуть, я не знаю. Все, готов. Заводи. Сейчас заставка должна быть такая крутая, готов. Мне кажется. Я готов. Блять, главное, чтобы у меня мама не в комнату не зашла, сейчас нехороший момент. А как готов нажать? Я готов. Ну как, нажимаешь, готов. Сучары. Опа! Ебать сенса, все нормально. А как? Я не то нажал. Реально. Сенсу нельзя? А как дверь открыть? О, я открыл дверь. Так, я убери дома! Убери, блядь, да. Руки. Я чего? Слышу вас! Где он? А где вы? Хули у меня дом такой большой, я милиционером работаю, у меня хата как лабиринт. Пиши, да, выход, пиши, пиши. Игорь, можешь? Разговаривай, я тебя не слышу. Куда ты идти? Я случайно главное меню нажал. У нас теперь нет собаки, ну ничего страшного. Так а куда? Бежим, куда бежать надо? Ну, куда бежать надо? Я тоже не знаю, иди ищи выход, блядь, я пока... Я сам заблудился, блядь, я только зашёл. В смысле? Мне-то, блядь, не надо выход искать, алло. Да, ну что там разбирать? О, я включил. А я уебать могу, короче, понял? Не, я включил третье лицо, это плюс играть за жену. А как? Как? А, вон, на В, понял. Третье лицо, заебись. Игорь, кинь инвайт снова. Можешь? Да, мы в игре пока, погоди. Ну, блядь, нельзя время игры. Ебать, я... Сука, Шрек. Блять, а все обосрал, ну чё? Ты где мою жену жаришь, сука? Я не могу вас найти, вы на каком этаже хоть пёхаетесь? Игорь, ты свалил уже? Пока этот, блядь, дебил не перешел, блядь, тупой. Сука. Мне надо вещи искать. Секундочку. С работы, блядь. Где, блядь, шмотки мои? Игорь, муж пришёл, блядь, вали. Вали быстрее. Я яблоко нашел. Я схавал яблоко. Похавай, ёп. Так а зачем это, блядь, вообще тут? Как, где вы? Да мне вещи. Я вас не могу найти. Блядь. Так, все, я ноут, короче, нашел, я стримить, короче. Сори. Где? Блядь. Это реально... О, Рома! Игорь! Сука! Ещё не ебану тебя. Где? Нет! Где он, инфу? Где он? Нет! Ты, где он, в смысле? Отстань! Я не изменял тебе. Я не изменял, это вор! Вор! Вор в доме! Вор в доме! Ты покажи мне его! Я не знаю, где он! Он был здесь! Сука, ну и жопа у тебя страшная. Где ты он? Ты чё, хуял, блядь? Ты чё, блядь? Тварь. Девочко, блядь. Мы разводимся, нахуй. Да похуй. Ты дверь... Игорь, беги! Он здесь!
Я потерял все, я потерял их. Опа, здорово, блин. А здесь игры, значит, есть. Вы проиграли. Поздравляю, вы выиграли. А я выиграл. Я должен был просто Игоря найти, что ли, или чё? Я паунс в окно сделал. А, ты умер? Я хуй ты. Да. Да-то, пригласи меня, Игорь. Промоция в меню, погоди, мне тоже надо... Подожди, чё-то страшно. Так в смысле, давайте... можно нормально за бабу играть, типа, ты ни с кем не пёхаешься здесь. Я 0.25 поставил. Блин, надо Сенсу ниже сделать. А где поставить? Я не знаю, как узнать. А здесь нельзя, да, Сенсу ставить? В настройках можно чувствительность камеры. А, нет, вот, да, все. Я хочу. Давай. Давайте. А что собака будет делать? Она будет бегать и... тоже лайк, кусать? Кусать. Кусать лайк. Так, блин, нихера непонятно. Тут дома лабиринт какой-то. Согласен. Я так и не уебал никому. Да ладно, тут ничего страшного, поехали. Тут не жарит тебя в жопу, поэтому ничего такого. Готов. Ты специально меня последним, да, пригласил, сука? Я вообще сам зашел. Так а чё? Так а как, чё, слышь? Чё, здорово. Так, ну и где, блядь? Так а чё, как нам попёхаться, погоди. Давай. Да какой? Открывай дверь. Собачка, пойдём. Тут миска. Водички попей. Так а чё здесь делать надо вообще? Погоди, цель игры какова? Так, а где ствол? Бери банан! Мне ж вот надо найти. Я не могу дверь открывать. Сучара, а, блядь? Тут вообще ещё можно что-то делать? Погоди. Шлюха! Шмотки ищи мои. Нагнуться хочу, блядь. Шмотки твои искать. У тебя шмотки есть? Да, блядь, я в одежде сюда пришёл. Я думал, ты прям так пришёл. Я так, блядь, и знал, что изменяет сучара, блядь. Ну-ка, блядь, где он? Да заткнись, блядь. Ну-ка, блядь, где он, нахуй? Мы на первом этаже, на первом этаже мы. Ах ты сучара, блядь! Ну-ка, блядь, иди сюда, где ты был, блядь? О. Тут лак для волос, Игорь, ой, для ногтей нужен тебе? Куда ты, блядь, делся? Ещё бананчик, яблочко. Так слышь, кидайся в него бананами, яблоками, кидайся. В смысле, кидайся? Ну а как, нахера ты их взял в руки? Я кидаю. А ты их хаваешь? Да. Виталик, чё по инфе? Гавкни, если нашёл. Гав. Я не понимаю, что... цель игры. Поясните. Шмотки ищи мои. Мне нужно найти шмотки и уебать отсюда. Так а где они, твои шмотки? Так ищи, блядь, бегай по дому. Так бегаю, ищу, нет шмоток. В шкафу, может, они где-то, не знаю. Ты куда их дел? Вот, минуточку. Сучара, а ну, блядь, иди сюда, нахуй. Блядь, я вместе с ним закрылся. Шлюха, а? Закрывай двери, блядь. Фас, фас! Виталик, фас! Блять, сосалка, блять, я так и знал, блять. Нормально. Бабочка, смотри. Игорь, ты же до этого не видел. Я, блядь, не могу. Ну-ка, где, блять, этот уёбок? А? Кобель, блять, а? Бля. Где он? Виталик, ищи. Ой, у меня аж живот заболел. Виталик, ищи. Ой, сука. Блять, мне кажется, нужно это. У меня бок болит. Так, слышишь, я нашел какой-то халатик, Игорь, на первом этаже. Нужно шаги. В смысле? Я же тебя вырубил. Какой халатик, блядь? Он проснулся. Игорь. Да, инфу, где они, быстро? Вот халатик здесь какой-то был. Стой, не здесь. Какой нам халатик? Нет, стой, я забыл, где он. Вот, что это? Это, блядь, твой халатик. Вот там собака. Не бей меня, отстань! Ты уже разок ударил. Достаточно. Сучара. Блять, где этот? Где этот кобель? Виталик, ты плохо ищешь. Дверь закрывай, я не могу открыть дверь. Блять. Опа. Опа! Гляди в очко! Не бей меня! ББПЕ, блять. Искал лежать. Бьет жену свою. Блядь, где он может... Игорь, я нашел. Где он может прятаться? Я нашел, как... Игорь, я нашел одежду. Где? Иди сюда. Но я не уверен, что ты хочешь ее взять. Так. Тихо. Иди, да, на... блин, иди, блин, на лай. Не могу, у меня слезы идут. Бабочка нашел одежду. Я нашел одежду. А ну стоять нахуй! Не надо, подожди! Уёбок, а, блядь? Думал, просто так мою жену, блядь, ебать будешь. А ну-ка, блядь, сюда!
Игорь, сюда! Мы нашли одежду твою, маечку. Блять, куда он делся? И он бежит, бежит на первом этаже. Игорь, я лаю, 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 маечка. Я была шапка. Лаю. Он дверь закрыл. Я помещаю, где он был. Я блочу, иди сюда, Игорь. Ой, это муж. Лаю, лаю, лаю. Гав, 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 гав. Да, 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 вижу, вижу. Блядь. Он подсвечивается. Игорь. Блядь. А ну-ка, здрасте, блядь. Равносовка, равносовка. Иди ко мне, я тебе покажу, где лежит. Блин, да сколько тебе дать надо? Хорошо! Ой, умничка, хороший песик. Четко. Сука. Так а чё, он тебя просто запалить должен или что он должен сделать? Ну да, он меня палит, и муж меня в итоге видит. А зачем? Бля, надо, короче, надо меняться, чтобы геймплей был разнообразный. Ну да. Нет, сыграй за мужа, Игорь. Игорь, сыграй за мужа. Не, не, давай. Без жены сыграй. Это была блевотина на балконе, обнес, типа, поскальзываешься. Да это нассал бы, Виталик. Я нассал. Серьезно? Спрятать оружие? Лол, у меня оружие вообще было. Типа, можешь... А как стрелять? Не знаю. А чё я вылетел? Там на ку, короче, было. На ку было. Оружие спрятать можно, написано. У нас Виталика только нет. Короче, как уже. Когда муж жене чисто в бороду дает, ебать, она так смешно улетает. Так я кто? Я муж. Погодите, а какие кнопки? Вид, спрятать да, оружие. Да, на Е просто. Какие спрятать оружие? Ударить. На Ку спрятать оружие. Короче, бабочка, ты можешь поссать, покакать? Лол, у жены перцовый баллончик? Чё? Хрена себе. Да, там сейчас реально... Сейчас разберёмся. Тимплей. На тип мужа, да, можно засадить перцовым баллончик? Походу, Игорь, начать игру. Так а мне что нужно, бегать одежду искать или что? Да. Да. Одежду и кричат гаража, по-моему. Или нет, или просто одежду. Так на вещи две. А как насрать? Начать. На правую, а на С или так, на Ф? Бежим, бежим быстрее. Банан, открывай дверь, я не могу, я собака. Ты дверь закрывай с собой, а то слышишь? Тук-тук-тук. Там я пришел, работает? Родная. Ты где? Тихо, тихо. А как лаять вообще? На правую кнопку. Жонушка. Ага, все понял. Ты где? Ебаный ты брат. Чё, тварь? Ебать, нокаут был. Это жестко. Она резается, если чё. А я её за жопу могу куснуть, стой. Пошёл отсюда. Шмотка. Шмотки. Ебаный лава. Где он? Куда ты его спрятала? Копы, валим, валим копы. Где? Где одежда моя, блядь, где я оставил? Слышь, я колбаску отложил под дверью. Блядь. Короче, нам надо будет выходить, скорее всего, из этой, из курсы и общаться в голосовом чате, типа шмотки, говорит, где инфа. Таблетки нашел. Что это такое? Я съел... А, таблетки, блядь, флешка, это хилка, наверное. Ты меня сейчас слышишь, флешка? Да, я тебя слышу. Я тебя тоже слышу. Блять, полная хуйня. Так а в чем прикол? Я за женой бегаю, я похавать могу? Так почему тебя слышу? Что за дерьмо? А как я тогда скажу? Как похавать? Ну ты берешь вещи, хаваешь, если не можешь взять, то сыры. Нет, тут вот стоит просто миска для собак, и тут можно, наверное, как-то похавать. Короче, у тебя... Опа. Хавать это мое, наверное, нет? Просто... Да, на полу стоит в миске, нахуй, твое. А, на Е нажимаешь, на Е нажимаешь. Короче, шмотки, когда я один раз нашел, там они были это. Синие такие. А как пописить, Виталик? Синие, прям что так же, на ту же кнопку. Я не понимаю, где он. Где ты, сволочь? Блин, да где мои вещи? Что эти... Скотина. Куда спрятался? Блять. Где эти ебаные шмотки? Яблоки-то хилки. Ты хоть что-нибудь нашел, чел? Кто там со мной в тебе? Ах ты, пидор! А ну стой! Валь. А ну стоять! А-а-а! Вы вообще где? На первом этаже. Инфу! Инфу! Да вы чё, инфу? Бля, чё за дерьмо? Почему после каждого удара ты типа замедляешься или чё? Ты на приседе шёл, если чё. Да, наверное... Да, кстати. Погодите. Вообще вроде нет. Я бежал, типа потом удар, и я приседаю опять. Я не понимаю, я нихуя не нашёл. Кнопки здесь чё работает? Тебе надо было давать инфу, где муж, я бы бегал, баллончик ему давал. То, блядь, как я тебе дам инфу, блядь? Где там? За красным, блядь, ну, за толстым или что? На говне, блядь. Какой инфу, блядь? О, слышите, парни? А, кстати, нашел одежду было. Сек.
Вы зайдите в этом. А, блядь, на shift красться, я наоборот, блядь, походу. Ну да, тебя слышно, потому что как-то ходишь. Да. Я не мог тебя найти вначале. Дай тебя за мужа сыграну. За мужа? Блядь, у тебя жена получается, но... Так. Мы тебя меняемся тимами или что? В смысле? Да хз. Да, я. Ну просто кем кто хочет. Или кем успел. Хех. Флешка готов, нажми. Начать. Здесь бы еще была заставка какая-то перед началом. Как типа муж приходит готов. Домой. Там. Дзынь-дзынь. Да каждый раз эти заставки наоборот. Будь здоров. Спасибо. Скипать можно. Так, начать. Я на ком вообще играю? Кто-то не готов. Ага, я на жене. А, у всех звука, так, вот это дерьмо бери. Есть. Так ты и прибавь его в настройках. Сейчас нельзя так открыть настройки, у меня вообще нет. Да. Чё тут? Чё говоришь, бери? Да у меня тоже звуков нет, да забейте. Мне надо потом будет изменить ещё это. Самое главное, что у меня есть звук. Как нам играть? У меня нет звуков, я собака. О! Да это ты можешь меня... Ты можешь гавкать? До свидания. Рогатый пришел, блять, забодал. Гав-гав. А как пнуть? Как собаку пнуть теперь? А, беги, хорошо. Батя имер. Я подблочу его. Преследуй. Блять, чисто в проход, блять, вылетел. Как собаку пнуть? Я не слышу. Да хуй знает. Я тоже. У меня нет звуков вообще. Я блочу его. Блять. Лышка еще что-то сказать пытается, но я. Да не, это я просто базарю. Нормально. И колямбу уже. Честно. Игорь читерит. Блять, ну вообще? Ну, кто виноват, то, что вы плохие игроки? Он у меня сама. Халпа нужна. Блядь, я ничего не нашел, чтобы это. Чтобы хелповать. У меня ни шокера нет, ни бутырька. А, так наоборот, у тебя, Игорь, есть, это норм. Нет, нихуя не норм. Мансу от него. Флешки звук. Ты где, блядь, тварь? Ебать. Интересный такой момент. О, все. Где? Я нашел персовый баллончик. Ребись. Попшикаю сейчас на него. Зачем ты в игру говоришь? Ебаный мудак. Так, тут. А как убирать мочу? Шмотки лучше ищи. На мочу е. Как убирать? На Е. Да. Сейчас я протру, погоди. Блять, слышь? Там они нашли что-то. Где этот мудак? Мочу они мою нашли, вот что они нашли. Да, мне кажется, они просто так его вытирают. Вообще, кстати, собака не разговаривает. Между прочим, да. Я ебаный собак. Я, блядь, какие-то шляпы сам не нахожу. Блядь, я в какой-то пристройке, что ли, заблудился, ебаный в рот, блядь. Серьезно? Тут два дома? Для трофа. Один, скорее всего. В смысле один? Тут два я дома. Я еще не был. Ку. Два? Я тебе говорю, я заходил, два. Блядь, и тоже это... Блядь, не мог выбраться потом оттуда. Ну, я так понимаю, сейчас ты выбрался? Видишь, Коля? Чё, не вижу. Не вижу. Де. Пёс, чё там по инфе? Я понял. Чё я должен видеть там? Сука. Так вот, я тебе показываю, ты видишь вообще на этой, нет? Нет, не вижу я ничего. Скажи просто, чё ключ. Где? Ключ нашел. Не, ключ в очко, ищи это. Куртку. Ты чё, тебе не нужен ключ? Да я думаю, нет. Он тебе нужен будет, а не вай. Так, я нашел кофе. Какой кофе? Кофе скорость бега дает, кофе. А, ну короче это. Гэл.
Гав-г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 ав-
Бля, это реально походу два дома, слышишь? Да в смысле? Да это хуйня полная. Да это пиздец. А чё ты, её пнуть сейчас собаку можно? Да нихуя не пинается собака, блядь. Я выбрался почти, а там, блядь, босса на улице, ты не доиграл, пиздец. Я, блядь, все нашел и съебал уже почти. А там, блядь, босса на выходе. Ты ничего не говоришь мне. Чё ты здесь, блядь? Пиздец. Не, ну это полная хуйня. Очень легкая. Нормально, блядь. Блядь, как ты, блядь, вообще додумался, блядь, там обоссать? Это ж, блядь, пиздец, полная хуйня. Ну я ещё, походу, зависнулся. Хули, звука нет, я все равно не понимаю, где ты бегаешь. Я там поел везде, обоссался. Включите, не забудьте включить звук. Так я вот выхожу в лобби специально. Блин, а где звук был? Звук. Да, кстати, тоже прибавлю, сори. А сколько хобби поставить? У меня звук очень тихо стояло. Ну, общий где-то 40, наверное, надо ставить. Я поставлю 100. Ну, ебани 100. Пожалуйста. Ебать, ты вышел, у меня теперь error connection to host и ничего не работает. О, все, заработал. Бля, без обид. Принять, сохранить. Создать игру. Блять, где? Создать игру. Принять. Сейчас кину инвайты. Блять, почти легчайше было. Блин. Ну, короче, нужно вот это вот лужи делать. Назад в дом заходить. Потому что дверь надо за это закрывать. Да это на самом деле чит. То, что так можно в дверь выйти. Ну, у нас сайт около порога. Ну, жена может вытереть. Ну да, вот сейчас я пошел вытирать. Ну типа, блядь, собака может насать на улице, и я открою дверь, выйду, а там, блядь, все обоссано. А жена до этого не может выйти на улицу и убрать эту хуйню, как бы. Почему не может? Потому что жена не может открыть дверь входную. Да, жена не может выйти. Опа. Короче, блядь, вак. Давай я с Сабацурой буду играть. Я, кстати, поменял еще кнопку, и нихуя не поменялось. Без обид еще. Готовы начать? Я готов. А я не готов. Опа. Виталик, у тебя ролплей типа? Ебать, походу, как громко шаги. А, так это я. Я ж... Чё, блядь? Так а возьми, ты чё бежал? Вернись. Сесть, возьми приколюху. Всегда надо. Жонушка, ты где? Бабочка. Бабочка. Аф-аф-аф, хульник, бабочка. Ладно, все, понял. Я его нашел уже давным-давно, блядь. Гавкаю на него, ты где? О, я пнул, кажется. Я, кажется, пнул ее нахуй. Красавчик. Шмотки надо. Попробуй тоже, на Е вроде. Нет, не работает. Так, только всё. Мужик вроде может. Все, я свалю, пока не открывай там. Отлично. Шавка. Ключи ищи. Так точно. Все будет. Бля, это ж ебаная постройка, по-моему. Закрыл, блядь. А! Вы прикалываетесь? Теперь не смогу выйти отсюда, да? Чё, блядь? Чё за хуйня? Я лёжа дал ему, как в боевиках. Помоги! Я лёжа ему дал шокера, когда сам упал. Блядь. Это говно сейчас было, я не понял. Где я в бане в этом ебане? Блядь, бананчик, яблочко не могу взять. Помощь! Помощь! Манси. Я не могу ничего добрать. Я застрял в подвале. Меня закрыли с двух сторон. Погнали, брат. Сука. Помоги. Где ты, флешка? Я сваливаю. Я размонтил, кажется. Я слышу какое-то дерьмо. Где ты, чёрт, муж? Где? Ну, с другой стороны, ты дверь не закрыл, ретард. А что пульт делает? Да стой, сука! Помогите! Где?
где? В центр убегаешь. Центральную комнату. Центральную. Сейчас выбегаю. Давай. Я тут. Вот. Радманцовый. Беги. Так ты Радманцовый. Я задержал. Я бегу. Отлично. Четко. Тут так есть. Нет, какой дел, да? Елак, это мне. Сука, жену. Блять, мне. Тут так. Иди сюда. На, нахуй. Где тут гараж? Зачем тебе гараж? Блять, или как это работает? Он убежал. Как это работает? Где ты, сука? Где ты, помощь, сука? Помощь. Бить я буду. Где? Помощь. Фу. Я в центральный готов принимать всегда, если что. Давай. Беги. Бегу. Давай. Блять, мы топовая команда. Виталик, открой мне дверь. Топовая команда.